многие группы, ну, я не говорю, что такого характерного направления, как у вас, ну, известные, например, типа Radiohead, они не любят очень большие залы. И какую-то такую, ну, я не знаю... ну, толповость, что ли, вот слово толпа. Мы вообще, в принципе, когда готовим музыку, наверное, думаем не о толпе, а о камерных каких-то залах. В этих залах все 100% звучит ближе, теплее, визуально, акустически. Я полностью солидарен с группой Radiohead в смысле их несимпатии к большим залам. Radiohead Radiohead'ом, а вот музыка, вот Олег говорит, мы музыку готовим там для чего-то. Я не знаю, вот я, например, готовлю совсем ее вот для себя, вот для меня. Я хочу услышать что-то, если вдруг на концерте. Вопрос по залу. Просто вопрос, вот я вот. Не важно в каком зале, в большом зале, в маленьком зале, если вдруг находится хороший контакт, это класс. Короче, сравнивать не с чем, но нам нравится маленький зал. Вообще-то, по большому счету, нам очень нравится, когда нас куда-то приглашают. Нам нравится, когда эта музыка имеет резонанс. Все-таки она такая эстетская, по большому счету. То есть это в формате программы «Решето».